Удивительный подводный мир нарисовали в своих рисунках первоклашки средней школы номер 4. Отправили их на международный конкурс «Прогулки под водой» в Республику Словения. Один из организаторов – Международная ассоциация дайверов-инвалидов. Творчество маленьких анапчан понравилось всем участникам выставки. Второклассник Владислав Малых и не ожидал, что станет победителем такого масштабного конкурса. Мы нарисовали, что рыбка кушает, рыбку зовут карась. Я опускался в воду со своим братом иногда. И вот я видел там кораллы красивые, разноцветные. Символ фестиваля – морской конек. Его подарили руководство средней школы номер 4 за внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями. На создание в школе безбарьерной среды для детей-инвалидов было потрачено около 2 миллионов рублей. Само то восприятие этих людей начинается именно с детства. Вот с таких маленьких ребят – эти программы, конкурсы им помогают в игровой форме, в форме каких-то вот поучительных мультиков, начать правильно воспринимать таких людей и понимать, как с ними нужно общаться. Просто легко, открыто. Никита Ванков доказал всему миру, что даже серьезные травмы не помеха волевому человеку. Он первый парадайвер России. Ребятам показали добрый мультфильм о том, что все мы разные, но дружба не зависит от физических данных человека. С ребятами-инвалидами нужно дружить и помогать, чтобы в нашем мире они чувствовали себя комфортно.